Всем привет! Мы на стенде наживаемости Сергея Тихонов. Сегодня с нами Сергей. Он нам расскажет. Слава Богу, на Арсенале встретились. До КНК не получилось, но на Арсенале мы встретились. Сергей, расскажи, пожалуйста, что сейчас интересно есть? Все-таки конец года, да, к Новому году. Все интересно. Все, что не продано, все интересно, да. Вот эти вот вещи вот нравятся сейчас людям. Такие небольшие тантоиды. Вот. Такого плана вот приколюшечек тоже. А цену можете прямо говорить? Потому что многие прямо да. спрашивают. Три с половиной. Эти вот 4000. Да. Такие вот вещицы есть вот интересные. Ой, да вообще да. Большой шеф. Большой шеф. 112 МФ со стабилизированной карельской березой. Угу. И какая цена? Потому что это у меня 5. 5, да? Угу. Ну, хорошая цена, просто все какая-то. Штучные как бы вещи. А так все, как всегда, филеечки, тяпочки, якутские ножи. Ну, якуты всегда есть у вас, да? Финки тоже, да, всегда. Как финочки. Так что так. А вот это, я смотрю, это как бы российский вариант пчака, да? Да. Ух ты. Вот. Такое очень интересное. А металл? Металл маска ХВ-5. Я правильно понимаю, что можно даже кости им рубить? Некоторые спрашивают. Небольшие косточки, да. Алмазка выдержит, да? Да. А надо его как-то затачивать-то потом отдельно? Со временем любой нож нужно за. Сергей, такой вопрос. Ну, Новый год не за горами. Что порекомендуете, допустим, захотят, знаете, универсальный нож какой-то там подарить, допустим, к Новому году? Такой, знаете, как говорят, вечный нож. Ну, вечных ножей не бывает. Ага. Так вот эта вот вещица красивая. Под подарок, да? Да. Костяное оружие. А какая цена у него? Такой 5. 5, да? Да. Ну, в общем, хорошие цены такие, все подъемные. Угу. Это бурятский нож. Бурятский, да? Да. Ага, отлично. Ну, тоже где-то, да, в районе сколько там? 5? 4,5, да? Такие вот палочки. Угу. Отлично. В общем, компания Тихонов. Сергей с нами. Сергей, спасибо вам, хороших продаж, удачи, здоровья, самое главное, не болеть. Все, пока, счастливо, пока.